Доброе утро, мои дорогие. Вот еще нет 7 часов, а у меня уже все готово для розыгрыша. На улице, конечно, прохладненько, но хорошо, день будет солнечный. Чернуша мой выпал сонный. Ну что, пойдемте разыгрывать. Я знаю, что вы ждете, и мне даже самой не спится. Так, ну что, мои хорошие. Во-первых, хочу разыграть серьги, которые многим понравились. С бабочками. Вот как все это будет, только я пока не представляю. Так, и вот этот комплект. Браслетик и две пары сережек. Все запуталось. Ну, короче говоря, вот такие серьги. И вот такие. Они очень легкие. Не знаю, такой хороший цвет прям. Вот. Так, теперь. Вот есть у меня вот такая подвесочка на цепочке с жемчужинками и вот с такой ракушкой. Ну, это как привет с моря. Скоро же лето. Так. Вот такая еще есть у меня подвесочка. Кто любит бирюзовый цвет. Тоже морская такая как тематика-то. Так, два браслета. Ну, это я молодежь приманиваю к себе. Желтый и голубой. И еще у меня есть вот такой комплект в сетке. Вот, на шею. И браслет такой же. Вот такой комплектик. Так, и шарфик еще разыграю фиолетовый. С красивой бусиной, с такой. Вот, так что, мои дорогие, подписывайтесь, комментируйте видео. И в следующее воскресенье мы все это дело разыграем. Вот. Всем удачи. Привет, мои хорошие. Сегодня не ходит автобус, а мне надо в магазин. Пойдемте со мной прогуляемся. Поболтаем чего-нибудь. Посмотрим, у кого что цветет. Да и вообще по такой погоде прогуляться одно удовольствие. Вот, а в магазин мне срочно понадобилось... Батарейки мне надо. Не могу давление померить. Я чувствую, что не очень хорошо. Вот. Ой, все цветет. Вот, поэтому надо сходить. Я уже с утра-то дел понаделала.
и розыгрыш сняла. И там со своим цементом еще тоже помазала, покрасила. Сейчас пока в магазин схожу, приду, надо будет лаком покрыть. Вот. Погода просто замечательная. Ну, сейчас ведь разойдется ветер. Ой, и все испортит. Ветра тут. Ужас. Блин, бабочки вон попросыпались. Всякие осы, пчелы, не знаю. Пауки уже повылазили. Чему я так просто, ну, счастлива. Вчера лаком покрывала кашпо. И вдруг сверху с персика упал прям в кашпо паук. Ой, не могу. Дома. Только сказала про ветер. Вот он и ветер. А с утра вечером так тихо. Нет, когда солнышко светит, и дома совсем по-другому смотрятся. А зимой, когда пасмурно, все какое-то унылое. Вот люди строятся. У приличных хозяев-то деревца все вон какие. Все как надо. Я ничего в этом году не делала с деревьями. А потом ждем урожая, да? Не все, конечно, еще деревья и кусты. Ну, так ведь конец марта. А что, в апреле будет? Ай, моя любимая Воронцовская аллейка. Есть же места, которые вот нравятся, и все. Вот она. Шла вот туда, и там парк Воронцовский. А теперь вот ничего, кроме деревьев, не осталось. Я уже почти дошла. Вон там магазинчик желтенький. Самое главное, не забыть батарейки. А то эти... Ой, памяти нету. Сколько раз идешь за одним, возвращаешься без этого. Это видно вам 13 градусов тепла. Какие-то цветочки вылезли. Вот где бы вот, где бы их еще встретить, а? Еще смотрю издалека, думаю, точно они идут. А я думаю, что не видела в этой комнате вас. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте еще раз. Я... Это вот Эдик сегодня, Ленин муж, в 7 утра мне
принес 10 штук яиц. У них куры свои. Дети, он в шапках. На улице 13 градусов. Это вот для нас с севера это уже практически лето, а для них еще зима. Ну, слава богу, батарейки я не забыла купить. А так купила упаковку крылышек куриных и 2 огурчика зелененьких. Господи, какие-то птички маленькие. Вот. Да песком мне охота тащить. Листочки свеженькие уже, видите? Они вот эти кусты-то, я не знаю, как они называются. Они зеленые все время, но вот молоденькие пошли. Вот. Вот вам, пожалуйста, уже и дом вырос. Нифига себе. Так. Какая же красота. Это еще у меня во дворе не расцвели. Вот, а через 17 дней ко мне прилетают Ира с мужем, с Валерой. И привезут Егорку с Гришей. Вот домик заброшенный, а нарциссы цветут. Вот так что у нас будет весело. Так, тут сейчас овчарка начнет орать, как сумасшедшая. Сын отпросил из школы мальчишек раньше. И вот на 2 месяца прилетят. Ну так, загадывать не люблю, но надеюсь, что все будет нормально. На майские праздники к Мишане съездим в Севастополь. Вот. Ой, господи. Дорога такая, все трясется в руках, потому что еще дорога неровная. И я еще хромаю. Вот. Вот все и дрыгается. Жгут мусор всякий. Это. Ну что, вот я и практически и дошла до дому с вами. Я когда без камеры хожу, ну я редко хожу, но все равно. Такая дорога длинная. Идешь там себе, чего-то думаешь. А тут пока болтаешь чего-то, быстро доходишь. Ой, хорошая погода сегодня. Прям хорошая. Ой, только устала. Сейчас приду, давление померю. Потому что прям чувствуется, какой дом весь зарастает. Да, и думала, полежу. Нет, у меня еще там шарик надо лаком покрывать.
Ну все, мои хорошие, я уже дошла. Спасибо, что со мной прогулялись. Пока-пока. Всем всего хорошего. Не болейте. И берегите друг друга.